Здание, с историей которого я хочу вас познакомить, было построено в 20-м году прошлого века. Оно совершенно уникально по своей архитектуре. На холме, обрамленном каменным забором, возвышается подводная лодка. Архитектурный замысел становится понятен любому, стоит лишь увидеть башню с флагштоком. Кажется, что вот-вот поднимется на нее капитан и скомандует «Свистать всех наверх!». Здание не имеет острых углов, что тоже напоминает морское судно. Большие окна необычной вытянутой формы выделяют его среди всех городских зданий. Крутая винтовая лестница находится в башне. Открыв одну из потайных дверей, можно увидеть глубокий колодец, а поднявшись на самый верх, вы попадете на смотровую площадку. С нее открывается живописный вид на весь город и Суоярское озеро. На сегодняшний день здание находится в стадии реконструкции. И я очень надеюсь, что в будущем оно приобретет свой исторический вид и станет одним из самых привлекательных туристических объектов в нашем городе.